Хотели яркого праздника, а едва не угодили в больницу. Все из-за неправильного использования пиротехники. Надо было установить коробку на ровную твердую поверхность, тогда бы она не перевернулась. И заряды красиво летели бы в небо, а не в тех, кто оказался рядом. Так говорят специалисты. Осторожненько вскрываем фитилек. Удаляем. Разравниваем. Все изделие должно быть ровненькое, чистенькое. И на расстоянии вытянутой руки производим его зажигание. Праздничный салют принесет только радость, если следовать всем правилам. Они касаются не только запуска пиротехники, но и ее приобретения. Во-первых, делать это нужно только в специализированном магазине. У продавца не стесняйтесь спросить сертификат соответствия. При выборе пиротехники следует обратить пристальное внимание на отсутствие каких-либо внешних дефектов. Обязательно уточнить наличие сертификата на нее, сверить срок годности. Чтобы, поскольку использовать просроченную пиротехнику категорически запрещается, в принципе. Пиротехник-любитель может приобрести пиротехнику первого, второго и третьего класса, четвертый и пятый для профессионалов с лицензией. Запускать праздничный салют нужно вдали от жилых домов, парковок и других строений. В Одинцовском округе для этого выделили специальные места. Постановлением администрации Одинцовского городского округа номер 3435 регламентированы порядка 19 мест официального запуска пиротехники на территории округа. 4 места находятся в городе Одинцово, остальные места разбросаны по всему округу. С постановлением можно ознакомиться на сайте администрации. Но даже в специально отведенном для огненных забав месте стоит помнить, пиротехника не игрушка для детей и тех, кто навеселе, потому что даже на первый взгляд безобидный бенгальский огонь может привести к беде. Евгения Августина, Жанна Набор, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».